Привет, друзья! Сегодня мы готовим торт из слоеного теста на скорую руку. Очень вкусный и простой десерт. Обязательно приготовьте его для своей семьи. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится бездрожжевое тесто. Для крема мы возьмем сливочное масло и сгущенку. Первым делом мы раскатываем слоеное тесто. Немножко добавляем муки. И раскатываем. Раскатали. Далее мы будем нарезать. Так. Вот на такие вот полосочки. Небольшие. Нарезали. Далее берем противень и раскладываем на противень. Так, я понимаю, мне одного противня будет недостаточно. Далее ставим в духовку, температура 160 на 10 минут. Погнали! Пока тесто запекается, мы сделаем крем. Для этого нам понадобится сливочное масло комнатной температуры. Также нам понадобится сгущенное молоко. Достаточно. Все хорошенько перемешиваем. Вот такой вот крем у нас получился. Смотрите какой. Быстро, просто. Оставляем его в сторонку. Вот и готово наше тесто. Посмотрите. Палочки какие. Далее мы берем пищевую пленку. Так, наш крем берем. Смазываем, обмазываем пищевую пленку. Так, берем наши палочки, выкладываем их. Ничего страшного, если они все не вровень. Смазываем кремом. Если палочки ломаются, делаем вот такую вот крошку. Она у нас как посыпка будет. Так. Пока это убираем сюда. Берем оставшийся крем. Заливаем. И начинаем закручивать с помощью пленки. Плотненько. Отлично. Торт полено практически готов. Осталось нам поставить его в холодильник на 1,5 часа. А далее мы будем украшать. Погнали. Вот и прошло 1,5 часа. Наш торт полено готов. Заморозился. Застыл, как говорится. Так, распаковываем его. Сейчас будем украшать и нарезать. Торт наш готов. Давайте нарежем его. Изумительно.
Супер просто. Посмотрите. Торт полено к чаю готов. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом со своими друзьями в соцсетях, также пишите ваши комментарии, не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании под видео. Приятного вам аппетита! Смотрите, какая фантастика. Всем советую. Очень вкусный. К чаю. Изумительно. Пока, друзья.